Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Здравствуйте, мы приветствуем вас прямиком из Южной Америки, где сегодня в Эквадоре молодежная сборная России сыграет товарищеский поединок против сборной Эквадора. Два игрока в составе находятся, у которых возраст превышает совершеннолетие. Будет исполнен стандарт, длинная подача туда вперед. Вообще, что радует, пока, наверное, нет у нас, да, каких-то пауз лишних. А вот это неудачный отскок момента, удар в ближний угол. Выручает свою команду в шикарном броске Абухова. А что-то передача, правда, тяжелая здесь налево последовала. И так все равно у нас первый мяч в воротах. Атака завершается вот таким вот ударом под перекладину. И, казалось бы, из ничего, но гол приходит. Ворота сборной России. Абухова тут же пытается как-то подбодрить партнеров по команде. Это очень любопытно посмотреть, кто же дал пробить. И как так случилось, но случилось не то, чтобы сказать непоправимое, но неприятная вещь. Наши явно выглядели поинтереснее, поострее. Однако вот этот прессинг долгий. Нет, все-таки разыграли, несмотря на все мои ожидания. Чаян в штрафную площадь будет врываться. Вот эта попытка прострела. И тот момент на добивании. Ну, надо было забивать в таком-то эпизоде. На правом фланге получается, смещается к центру. Передача назад. А вот дальний удар попробовать бы. Есть удар. И штанга. Павлова на подборе. Хороший момент у сборной России продолжается. Павлова врывается еще ближе к вратарской. Бьет. И еще один опасный момент. Команда «Динамо» у нас идет на восьмом месте. Ну и также есть несколько девушек из Чертанова. Вот Чертанова в этом смысле удивительная команда, потому что Чертанова идет... Нет, она есть под 11 номером, да. Все в порядке, значит, мы ее во втором тайме, скорее всего, подать штрафную площадь. Смотрите, какой момент, и гол у нас. 1-1. А вот это уже ляп Мелани Пузо, которая мяч как горячую картошку выпускает из рук. Сравнивает, по-моему, Ачаян там подавал, надо смотреть повтор. Но сборная России сравнивает счет на 35-й минуте. Из ничего точно так же приходит гол. Здесь, наверное, еще в большей степени он стал неожиданным. Настроение хорошее. Настроение, я даже не скажу, но рабочее. Ну, такое товарищеское под стать нашей игре. Ну и мы начинаем куда-то аккурат в газон. Сказалось против сборной Эквадора, но неудачно. Авдеенко с мячом работала и на последнем издыхании как будто бы добегает она до мяча и успевает его чуть в сторону проткнуть в молодежке. Ну и вот сейчас подачу в штрафную площадь. Кстати, опять неприятно для голкипера. А вот это неприятный провал тут по центру. Возвращается, успевает Лушникова, передача налево, и удар не смогла точным. Подключается в атаку левый защитник. У нас есть варианты и справа, и слева. И бить сама намеревается. Прямо в угол ворот мяч летел. Чуть больше проблем у сборной России в концовке. Передача вновь в штрафную площадь. Очень опасно здесь. Удары. Браво! Хотел было я сказать и скажу все-таки. Браво! Стали свидетелями подобного. Но повезло, будем честны. Повезло в этом эпизоде и нам. Удар! А здесь мяч сетки. И прямо за шиворот он прилетает. Все-таки влияние Абуховой. Какой по силе и точности получился выстрел на 90-й минуте, друзья. Ну как же обидно должно быть сборной России. Так много сил потрачено. Скамейка вся на ногах у сборной Эквадора. Причем мы видим, что даже тут с тейпом уже на ноге прыгает от радости. И, возможно, это решающий угловой. Ачаян. Подача высокая, удобная. Бить надо. Добирается до мяча Каморина. Но, по-моему, от нее этот мяч и уходит за боковую. А у нас финальный свисток. Вот так вот заканчивается этот товарищеский поединок. Дамы и господа, и смотрите, какая радость у сборной Эквадора.